25 числа, если бы была авария трубопровода с 25 числа, мы все всплыли бы здесь. Да. Без воды бы сидели. Понимаете? И да, и уже бы давно бы нам перерубили все подъезды, мы первые бы заявками закидали, что у нас воды нет. Ну правильно, согласно проекту работает. Я самое, да. Причем, слушайте, ну не может быть такой проект на аварию, ребят. Ну, это говорите аварийно. Вам же объяснили, нормальный ордер делается 2 месяца. Чтобы быстрее это сделать. Да. Заплатили деньги и приехали. Вот и все. Вот так это делается. Вы пример приводите, что я тогда не пойму. Есть у нас сейчас авария? Ну, я не к вам претензий. Да? Если у нас авария, то когда? Мы бы начали работать, поэтому и параллельно, пока мы работали, было бы нормально.